12 июня – День России. В Ярославле его отметят масштабными флешмобами. На стрелке должны будут развернуть огромный 10-метровый российский флаг. Происходить это будет под исполнение отечественного гимна. На стрелку участники акции не придут, а приедут. Ровно в полдень от концертного зала «Миллениум» стартует велопробег. Присоединиться к нему могут все желающие. Требуется только велосипед и хорошее настроение.